Здравствуйте, господа! Хочу показать вам, как делается прививка Марека суточному циклону. Вот суточный циклон, от роду ему не более суток. Значит, вот аппарат для того, чтобы ставить эту прививку. Аппарат приобретался БУ, был восстановлен, и сейчас с успехом мы его используем. Вакциной пользуемся, сухая вакцина Марека, Марек Бройлер, производство в Нижнем. Уже успешно используем ее много лет. Чем важна прививка Марека? Единственное заболевание, которое проявляется в 2-4-месячном возрасте у птиц. Раньше не проявляется. Падеж достигает до 50%. И даже выжившая птица впоследствии несется плохо, плохо развивается. В общем, яйца ждать от нее придется долго. Если Марека ей не было поставлено, и не дай бог она не заболела. Ну, теперь приступим. Сейчас буду разводить вакцину Марека. Вот здесь в прицеле набрана вода для инъекций. Вводим ее во флакон с вакциной. Размешиваем, но не бультыхаем. Делаем вот так. Вот сейчас, значит, вы видите, вакцина развелась. Все, все жидкое. Теперь, чтобы удалить вакуум, откроем, загрузим шприц воздухом, вставляем, загоняем туда воздуха и довольно-таки успешно забираем вакцину из флакона. Она сама туда сейчас идет. Процесс забора вакцины практически закончен. Все. Теперь вводим ее во флакон с дистиллированной водой. Этот флакон идет вместе с вакциной. Все, ввели. Теперь опять же вот так сделали. Для этого я использую, все знают, что это такое, это капельница, система. Вот такую приспособочку сделал, туда повесил. Сюда систему закачал, открыл сифончик, теперь вот так сажусь на табуреточку, открываю клапан. Оп, пошла, все. Теперь подсоединяю это все дело к аппарату. И теперь делаю несколько нажатий на микровыключатель, чтобы... Включаем аппарат. Струйка идет. Делаем до 10 нажатий. Все, пошла вакцина. Вакцина в шприце. Теперь приступаем к самой вакцинации. Цыпленочка берем в правую руку. Укладываем его на столик. Животиком на столик.
лапка заламывается, и ножки нажимаются, вот где он упал. Видите, цыпленку это не нравится. Ну и так далее. По-другому поставить эту прививку в домашних условиях практически невозможно. Некоторые пытаются играться шприцами, но срок годности вакцины с момента ее разведения не более часа. То есть за час я должен удовольствовать. Менее 500 цыплят, потому что сейчас я развел вакцину на 500 голов, а так на этот флакон она разводится на 1000, значит за час нужно уголоть 1000 голов цыпленка. Сами понимаете, что сделать это шприцами, такому цыпленку это практически невозможно. Вот сейчас вы видите, как делается прививка марыка. Так что, увидев это, вы можете, приобретая цыпленка на рынке или у кого-либо, спросить, как ему делалась прививка марыка. Если вам толком не смогут объяснить или начнут нести какую-то пургу про пропаивание или еще что-то подобное, можете смело этого цыпленка не покупать.